Ну вот, друзья, я уже и на реке. Сегодня в видео у нас будет очень интересный тест. Тест зимней насадки. Тесто. Тесто покупное. Заказывалось где-то недели, может, две назад. Я его уже тестировал. Но сегодня хотел бы показать вам в ролике, как оно работает. Как вообще держится на крючке. Ну и вообще, что из себя представляет. Так что смотрите ролик и не переключайтесь. Так, ну что, друзья, вот нашел поплавочную удочку. Здесь нет никакой мормышки, обычный крючок. И грузик. Очень маленький. Значит, получается, с левой стороны будет мормышечка маленькая с этой насадкой. Здесь будет поплывок. Сейчас вместе с вами и посмотрим. Вот она, грузик и крючочек. Также вот насаживаю. Вот она, видите, как тянется хорошо. Она такая, ну, липкая, прям липкая, вот чувствуется. Вот она вот так вот будет выглядеть. Он, ну ладно, там пусть пока клюет. Так, все, сейчас будем смотреть реализацию. Где больше поклевок, где больше пойманной рыбы. Вот здесь уже сидит. Хорошенькая. Хорошенькая сидит. Так, здесь поклевка. Ладно, пока успеваю. Слабая поклевочка. Все так же тесто на месте. Чуть-чуть его просто пододвигаешь. И все. Я ездил уже, проверял эту насадку. Она меня сразу же удивила. Прям интересная вещь. Они еще разных видов бывают. Вот что самое интересное. Опа, есть. Также все на месте осталось, ничего не съела рыбка. Опа, вот это хорошая. Ух ты какая, смотрите-ка. Вот это сорожено. Прям дала-дала. Вот видите, все на месте. Блин, тут поплавок с ума сходит. Вот такой вот белый порошок. И при попадении на него воды, видите, что происходит? Он превращается в красный. И выделяется запах очень такой хороший. И вот такую вот насадочку мы будем сегодня с вами тестировать.
Ну что, немножечко порыбачили, надо и перекусить. Вот такие вот сальцем, шпик с чесночком. Эх, красота! Как ни крути, на природе все равно обедается, ужинается и завтракается намного лучше, чем дома. Опа, есть. Не крупная, но есть. О, поплавка нету. Так, вот четвертая рыбка. Насадка на месте. Опа, есть. Также все на месте, ничего не съела. Вот какая. На поплавок сейчас клюет, но тут леска, так что все перепутается, если я буду вытаскивать. Вот такое вот, друзья, зимнее тесто, порошковое. Окунь, плотва. Заказывал я его на Валберис. Цена где-то 300 с чем-то рублей вроде. Но оно есть разных видов. Есть на леща, еще на кого-то. Но много, очень много их разных видов. Ну что, друзья, вот такая вот интересная насадочка сегодня в ролике. Протестировали ее вместе с вами. Все сами увидели, как на нее клюет, как она держится на крючке. Покупать, не покупать, решать каждому. Но я, наверное, себе приобрету еще на леща такую же. Вот так, тише, тише, тише. Опа. Ну вот на такой вот хорошей нотке, наверное, закончим эксперимент. Всем отличных рыбалок и увидимся в новых видео. Всем пока!